Мой дружок-пирожок, тебе надоело фармить бабки и получать копейки. Хочется опробовать все суперкары, забить гаражи дорогими автомобилями, опробовать новые оружия, уникальный транспорт, эмиссии на нем. Но на все это не хватает денег. Не беда. Заходи в мою группу по прокачке, бабки, опыт, или что-нибудь погорячее. Быстро, качественно и недорого. Прокачиваем все. PS4, Xbox и, конечно же, ПК. Тем более для ПК бояр есть промокод. Укажи его при заказе и получи халявные 20 лямов к любому пакету прокачки для создания своей империи в GTA Online. Ссылочка на группу в описании. Привет, мой дружок-пирожок, я раньше не делал подобного, но если вам, дружочкам-пирожочкам, зайдет, то я продолжу делать подобное. Как вы догадались из названия, речь пойдет об автомобилях из GTA Online, и автомобилях из фильмов и сериалов. В этом выпуске я постарался найти самые древние фильмы и сериалы, покрытые мхом, записи которых лежат на чердаках в коробках около бабушкиных тканей, старого чемодана из-под швейной машинки и свернутых старых ковров. Там где-то в коробке, на одной из кассет, в переводе Гаврилова, или, не дай бог, Володарского, лежат те записи американских фильмов, которые так любили смотреть в 90-е. Ну а также несколько современных. Ну а начнем мы с автомобиля C-Classic. Он очень похож на британский автомобиль Mini. Такие машинки снимались в очень древнем фильме «Ограбление по-итальянски». И да, речь идет о фильме 1969 года, где снимался молодой Майкл Кейн. Я думаю, сейчас этот фильм даст прикурить современным, а возможно, дело именно в ностальгии. В этом фильме минники были чуть ли не главными актерами. Следующий автомобиль в Эпителле. Вы видели первый ролик? Да, это пародия на эпизод из фильма «Угнать за 60 секунд». Но для настоящих олдов первый Ford Mustang. А именно этот автомобиль пытались показать Рокки. Появился в фильме «Детектив Буллит». Рев двигателя, скрежет резины. Вот чем хорош этот фильм. Ну и, конечно же, зеленый Ford Mustang самого детектива Буллита. А в фильме реально все так реалистично снято, просто потрясающе. А это ведь 1968 год. Стромберг. Многие, наверное, из вас догадались. Да, такой автомобиль был в одном из фильмов Джеймса Бонда. А именно, «Шпион, который меня полюбил». Где, кстати, главного злодея звали Стромберг. И хоть Стромберг из GTA Online похож на Феррари Берлинетто, а автомобиль-амфибия из фильма «Лотус Эсприт», все равно очевидно, что Рокки имели в виду именно этот автомобиль. А следующий автомобиль – «Император» из обновления «Битва на арене».
Конечно же, это подобие модифицированной версии Ford Falcon. Именно такая тачка была у Безумного Макса. Эта машина была как в первом, так и во втором фильме. Даже засветилась в недавнем Безумном Максе, который в 60 FPS без слез не взглянешь. Для меня же именно вторая часть стала культовой, как для многих вторая часть Терминатора. В любом случае, это был культовый фильм своего времени. Все фильмы Безумного Макса, почти все. Ну а это Дюкес. Только не нужно говорить, что это автомобиль придурков из Хазарда, где главную роль играл Стифлер. Нет, все-таки эта тачка в первую очередь отсылка к сериалу Дюкес из Хазарда. Два брата-акробаты и автомобиль Dodge Charger 1969 года. Что не серия, то эпичные прыжки на этой тачке. Конечно же, тачка была не одна. Говорят, что на съемке фильма ушло около 300 автомобилей. Ну и конечно же, название этого Чарджера, генерал Ли. Вообще все это попахивает расизмом. Хотя о чем я? Все это история. И флаг конфедерации Рокки заменили на флаг США. Неужели черные клепали генерала Ли для Рокстара? Но сериал — это просто пушка. Каждой серии ждал погони. И конечно же, полетов знаменитого генерала Ли. Ну ще, пацаны. Аниме? Да, это машина из аниме. Аниме сериала Марха Гоу Гоу Гоу. Или Спиди Гонщик. Аниме сериал про мелкого пиздюка Спиди, который катался на автомобиле Мак-5. Конечно же, эпилепсия. Желание убивать и зомбирование обеспечено после просмотра этого сериала. Но для слабых выпустили ремейк 2008 года, который так и называется «Спиди Гонщик». Фильм сам не смотрел, но уверен, что для любителей того мультика не зайдет. Ну а этого Питслам Ван, подобие Форда F-100. На таком рассекал Сталлоне в фильме «Неудержимый». И я не могу сказать, что Рокки прям вдохновились именно этим фильмом, нет. Но именно кастомная версия говорит нам о том, что Рокки, возможно, имели в виду именно фильм «Неудержимый». Хоть фильм и относительно свежий, я решил добавить его в этот список, так как есть в нем что-то от старых добрых боевиков. Да и вокруг Форда Сильвестра Сталлоне было много шума в свое время. Даже была серия по созданию этого Форда. Ведь занимались тюнингом ребята из West Coast Customs, прям как Бенни в GTA Online. Ну а это Тореро. Догадались, из какого фильма эта тачка? Со спойлером впереди и сзади в виде плавника. Скорее всего, нет. Ведь это фильм 1981 года. Гонки «Пушечное ядро». Можно сказать, что это то же, что и фильм Need for Speed, только с крутыми тачками, уебищными мужиками и симпатичными шкурами того времени. Если честно, фильм такой себе. В первую очередь потому, что это комедия. Для современной разбалованной публики уже не зайдет. Ну а Рокки не забыли и вставили все-таки эту тачку в игру. Хоть Тореро похоже на Каунтач, а точнее Каунтач только частично. Ну а это Вамос. Думаю, многие уже догадались, о каком фильме и о какой тачке будет идти речь. Да, все дело в раскраске в виде черепа. Да, это фильм «Доказательство смерти». И тачка Chevrolet Nova. И хоть фильм относительно новый, хотя 7-й год был более 10 лет назад, но это не важно. Сам фильм был снят так, будто это очень качественное кино 70-х. Но Тарантино, как всегда, в своем репертуаре. Трудно найти тут какую-то смысловую нагрузку и причины такой езды, но думаю, это все детские фантазии Тарантино, которые он по-своему уникально смог воплотить в фильм «Доказательство смерти» вместе с Куртом Расселом и его первой тачкой Chevrolet Nova. Ну и замыкает десятку тачек из кино гангстерский буррито.
Такая же тачка была в одном очень популярном сериале под названием «Команда А», сериал про солдат, которых посадили в тюрьму за преступление, которого они не совершали. Естественно, они сбежали. А все ради того, чтобы помогать тем, кто попал в беду, несмотря на то, что их разыскивают. В фильме фигурировал автомобиль GMC Вандура, который послужил прообразом для автомобиля из GTA Online, с характерной красной полосой. И да, Следственный комитет определенно спиздил идею команды А. На этом все. Надеюсь, тебе понравился подобный формат. А какие автомобили запомнились тебе из фильмов и сериалов, про образы которых сделали Рокки в GTA Online? Ну а я прощаюсь ненадолго. Всем ББ, всем ГГ.